Шуруповерты Метаба среднего класса, они маркируются у нас в серии LT. Существует несколько версий, мы все их покажем в кадре. Самая простая доступная версия — это BS18LT, 18-вольтовый. Есть его версия 14,4 вольта. Комплектуется он версиями с батареями 2 ампер-часа, 4 ампер-часа, 5,2 ампер-часа. Версия есть, как у меня в руках, Quick системы, да, со сменным, быстро сменным патроном, а также есть версия со стандартным стальным патроном. Данная машина построена на базе четырехщеточного, четырехполюсного мотора постоянного тока, то есть, соответственно, мощного редуктора и 13-го патрона стального. Развивает крутящий момент до 60 ньютонов на метр. Конечно, подсветочка, муфта. Муфта, ограничитель крутящего момента, регулируется в диапазоне 0,7 ньютонов на метр и максимальное положение 20 это 7 ньютонов на метр. Позволяет работать без перегрузки двигателя и мотора с крепежом. Максимальный диапазон зажима, минимальный 1,5, максимальный 13. Машина позволяет работать с крепежом без переживаний диаметром 8-10, 10-мм максимум 300 мм, да, 8-мм можно до 400 мм использовать крепеж. Подсветка только на ножке, подсветка только зона работы с эффектом плавного затухания, чтобы каждый раз не нажимать на кнопку, чтобы что-то подсветить, например, если работаем где-то под крышей. Ременная клипса и битодержатель, чтобы обеспечить необходимый комфорт. Битодержатель удерживает нам две биты в запасе, которые мы работаем, как правило, PH, PZ, Torx. Ременной крюк позволяет разместить инструмент на ремне, на подсумке, то, что вы используете. В начале этого года Метаба дополнила ассортимент, соответственно, бесщеточными моделями класса LT. Это BS18LT BL. BL обозначает Brushless, потому что это бесщеточный мотор. Бесщеточный мотор установлен в собственной разработке Метаба, фокусированный, герметичный, то есть абсолютно не попадает на ротор постоянный магнит, какая-либо пыль, древесная, металлическая, какая угодно. И, естественно, обеспечивается максимальный крутящий момент. При достаточно скромных размерах данная модель развивает точно такие же характеристики, то есть это максимальный крутящий момент 60 ньютонов на метр и поставляется в нескольких комплектациях. Да. Батарея максимально с ним идет на текущий момент 3,5 ампер-часа или HD, также вставляется с версией 2 ампер-часа батареи. Все эти батареи оборудованы индикатором остаточного заряда. Хотелось бы отметить муфту регулировки крутящего момента, здесь она немножко выглядит по-другому. Отдельный регулятор крутящего момента с диапазоном от 0,7 до 7 ньютонов на метр, как и у его старшего брата, так скажем. Вот. И, естественно, переключатель режимов. Режим заворачивания, режим сверления. Это позволяет не каждый раз не настраивать заново муфту. То есть, если мы работаем с определенным крепежом, и нам нужно сразу выполнить сверление, допустим, мы переключаем режим сверления с режима заворачивания и работаем. Это позволяет снизить нагрузку на батарею. Батарея, то есть, медленно садится, но дольше служит. Есть версия такого же шуруповерта, только с квик-патроном. Соответственно, квик-патрон здесь оборудован пластиковой рубашкой, это связано с тем, чтобы немножко сделать лучше развесовку, потому что шуруповерт не клевал носом, когда его проверяют на развесовку. Тестное сверление 38, сверло спиральное, заявлено сверление 35. Как мы видим, сверлит данный шуруповерт более уверенно, чем BS18L. Это связано с тем, что мотор в два раза мощнее, тут 4 щетки, нежели 2. И, соответственно, питание батареи стоит 5,5. Вот. Сверление – это дрель. Это же шуруповерт, он должен заворачивать шурупы. Снимаем сверло. Снять его в одно движение элементарно, используя систему Quick. И, используя адаптер, будем переключаться между битами. Начинаем, опять же, наш тест с маленьких шурупов. Заворачиваем. Это, опять же, работа муфты. Работа муфты, опять же, облегчает работу двигателя батареи. Но, на самом деле, этим шуруповертом удобнее работать на режиме сверления, из-за того, что он очень мощный. И все остальные шурупы мы будем заворачивать на второй скорости на режиме сверления. Соточка шуруп, торкс 30. Шуруповерт заворачивает это элементарно, даже без перегрузки. Восьмерку мы будем заворачивать уже на первой скорости, из-за того, что чем больше диаметр, тем больше сопротивление древесины. И, соответственно, использую уже 35-й торкс. Опять же, чем мощнее шуруповерт, тем быстрее он заворачивает.
Эта модель с обычным мотором. Побочный эффект этого мотора в том, что тут 4 щетки неактивно потребляют энергию с батареи. Если же мы возьмем ProProvert тоже серии LT, но бесщеточный, у него в 2 раза ниже потребление энергии. И заворачивать те же самые крепежи мы будем так же быстро, но в 2 раза экономить будем батарею. 200-й шуруп восьмерку и заворачиваем. Первая скорость, режим сверления. Если мы поменяем батарею, снимем ее, поставим батарею мощную, продолжительность нагрузки непрерывной вырастет, да, то есть не будет испытывать батареи перегруз, мы также легко можем завернуть уже шуруп 320 мм, 8 мм диаметром. Батарея не увеличивает крутящий момент, батарея больше емкости, больше токоотдачи, увеличивает время непрерывной нагрузки, да, до отключения либо батареи, либо инструмента. Не надо в этом заблуждаться. Никак батарея не влияет на число крутящего момента, потому что он рассчитан в связке мотор-редуктор.